Кстати, Жантик, да. А что у нас новенького про Backstreet Boys? Ты знаешь, про Backstreet Boys это можно говорить очень много и много. Но дело в том, что наши дорогие телезрители написали нам письма с просьбами рассказать о группе Backstreet Boys. Еще раз. Хоть мы это уже делали раньше, но все-таки не все до конца знают, да. Откуда группа образовалась, что это за ребята. Ведь не секрет, что фанатов очень много, и они хотят знать буквально все. Информации порой не хватает, поэтому мы решили восполнить этот пробел. Точно. Рубрикой «Шейкер», которая рассказывает о группе Backstreet Boys и ведет ее Ирина. Так что оставайтесь с нами, группа «Шейкер». Ник. Полное имя Николас Джин Картер. Родился 28 января 80 года в Джеймстаун, штат Нью-Йорк, США. Рост 1,84 м. Цвет глаз – голубой, цвет волос – блондин. Родственники – мама Джейн, папа Роберт, две сестры и два брата-близнеца. Домашние животные – три собаки, но точное количество котов неизвестно. Любит пиццу и кока-колу. Любимые музыканты – Нирвана, Boyz II Men и Майкл Джексон. Любимый цвет – светло-зеленый, ну а фильмы – «Чужие» и «Храброе сердце». Любимые актеры – Сигурни Уивер, Джефф Голденблюм. Любимый одеколон – Gravity. Хобби – компьютерные игры, моторная лодка, яхты, рыбалка, рисование и баскетбол. Но ему нравятся девушки, которые старше его, симпатичные и небольшого роста. Чтобы у них были длинные темные волосы, и при всем этом они были честными, романтичными и независимыми. Очень не нравится, когда на девушке очень много косметики. В детстве мечтал стать актером. И так как родители имели связи с некоторыми продюсерами, попал на сцену, но сначала в школьном театре. Ник пел также в церковном хоре, и в 10 лет перед футбольным матчем в Тампа-Бэй ему доверили спеть гимн США. После этого Ник несколько раз пытался попасть в кино. Ему повезло, и он снялся вместе с Джонни Дипп и Вином Райдер. Обожает пиццу и признает, что ест ее слишком много. Иногда носит очки, но не потому, что слаб зрением, а потому, что они ему очень нравятся. Так он говорит сам, хотя по слухам врачи ему выписывали рецепт. Очень расстраивается, когда идет дождь. We'll be right back.